Я никуда не собираюсь скрываться. Загранпаспорт я готов сдать, значит, в любую инстанцию, которую могут предложить. По поводу жены хочу сказать, что я люблю свою жену и хочу прожить с ней до гробовой доски, когда бы она меня не случилась. Неважно, какое решение вы примете, там, расстрелять меня, повесить и так далее. Я считаю, что я и мои товарищи, которые выполняли свой долг, сделали все, что могли. И все, что не могли, мы сделали. Еще я хочу сказать, что мы не могли заехать на территорию Вишни не потому, что был закрыт шлагбаум, а потому, что оттуда выезжали машины. И если бы наш КамАЗ начал ехать на них, то это получился бы таран. Это было бы еще больше жертв. Я даже представить себе не могу, как это могло вообще так получиться, чтобы мы начали таранить другие автомобили. И еще хочу сказать адвокату вот в черном девушке. За ее слова ей должно быть стыдно. Это я могу сказать точно. Дальше.